господам! Добрый день, дорогие друзья! И снова с вами международная телевизионная конкурсная программа «Турнир лауреатов. Южный экспресс». Вновь конкурс-фестиваль «Южный экспресс» собрал вместе всех талантливых исполнителей. В этот раз местом остановки турнира лауреатов стал Ялтинский центр культуры. В этом году данное событие стало особенно актуальным, ведь 2014 год объявлен Годом культуры в Российской Федерации. Самый главный вот стимул наш, чтобы посмотреть, как другие развиваются, и чтобы не упустить в своем развитии тоже, догонять, перегонять, выигрывать. Так что конкурс в этом плане очень интересно. Нам очень радостно, что мы все-таки попали на гала-концерт, что мы прошли, что мы приехали в эту удивительную Ялту, что наши дети занимают места. Мы очень рады, очень довольны. Конечно, не ожидали, но хорошо, что так все получилось. Впечатление очень хорошее. Нам, во-первых, очень понравился сам фестиваль. Участвуем мы второй раз на этом фестивале. И я считаю, что сама подготовка очень высокого уровня. Детям очень нравится выступать на этом фестивале, он красочный. Цель фестиваля – популяризация творчества среди молодого поколения, прививание любви к национальным традициям, песням и танцам. Мы уже в финале, и мы очень рады. Мы так сильно хотели победить, целый год старались, учили танец, оттачивали его до каждой детали, и мы очень рады, что мы попали в финал. Много позитива и тепла со стороны публики. Вы знаете, очень позитивные впечатления. Детки выступили, им очень нравится выступать. Каждый конкурс для нас очень важный. Мы к нему очень готовимся, тренируемся. Все говорят, что я хорошо пою, и мне кажется, что я талантлива, и я могу пойти дальше. Конечно, у меня есть мечта, я хочу стать певицей. Вот и настало событие, которого все участники ждали с нетерпением. Сегодня мы подведем итоги 14-го международного конкурса фестиваля «Южный экспресс». Рады приветствовать вас на заключительном концерте 14-го творческого сезона международной телевизионной конкурсной программы «Южный экспресс». На конкурсе были представлены участники разных жанров – хореография, вокал, цирковое искусство и инструментальное исполнение. Субтитры сделал DimaTorzok.
Впервые за 14 лет существования Южного экспресса в конкурсной программе было представлено театральное искусство. Жюри лежала ответственная задача – оценить и отобрать самых достойных исполнителей. Ну, пока там основные награды готовятся, разрешите мне, как председателю, сказать огромное спасибо всем участникам, всем нашим зрителям замечательным. Наверное, самые добрые зрители, которые в жемчужине Крыма, в городе Ялте сегодня собрались. И они собрались именно в этом зале. Так что огромное вам спасибо. Ваши аплодисменты действительно были дружескими, честными и очень огромными. Мы начнем награждение наше. Встречайте победителей 14-го международного конкурса фестиваля «Южный экспресс». Заняли первое место, мы очень рады, много эмоций, радости, мы, короче, счастливы. Итак, я предоставляю слово нашему президенту фестиваля. Уважаемые друзья, из года в год мы имеем традицию не стараемся нарушать. У нас такая красота, что в Одессе нужно поискать. Мы выбираем на нашем фестивале мини-мисс фестиваля и две ее красавицы. Вице-миссы. Итак, представитель, прошу ко мне подключиться, из творческого коллектива «Ультрамарин», город Севастополь. Вот так президент стоит на коленях перед самыми красивыми участницами. Корону нашей принцессе! Золушка, при Академическом театре город Ростов-на-Дону, мастер-класс, детская театральная студия. Милости прошу. Сегодня на коленях был